Всем привет, товарищи. Приехал на подводную охоту. Ну, больше поснимать красивые кадры, если получится. Прозрачность воды вроде как, мне кажется, более 2 метров. Ну, посмотрим. Проверим сейчас камеру на ветрозащищенность. Очень сильный ветер сегодня. Сейчас к озеру подойду. Снаряжение уже разложил. Гидрокостюм пока еще старый, но надеюсь, следующее видео уже будет в новом гидрокостюме. Вот-вот, жду, должен подойти скоро у нас. Это еще пока сарган уже, ему уже 6-й сезон идет. 2013 года у меня работает. Ружье таймень, маска саргановская. Ну и что, ничего такого больше интересного нет. Такой вот водоем. Здесь возле камыша глубина сразу 2 метра и более уходит, а вот там метров 6 где-то глубина. Попробую, поныряю немножечко. Но слишком долго затягивать не буду. Сегодня еще дела очень много. Посмотрим. Ладно, следующий кадр будет уже из-под воды. Давайте смотрим дальше.
Все, ребят, только из воды вышел. Плавал где-то всего часик. Прозрачность воды где-то от метра до полтора, местами до двух метров. Вертикальный прозрак метр 3-3 местами есть, но горизонтальный поменьше, потому что одна вода помутнее будет. Еще сильный ветер грязку поднял. Тоже мешает. По рыбе. Щуку даже не стрелял, потому что щука была до килограмма. И то вот... Но чистыми не было, она вся возле берега. Линь. Линь находится весь в камышах, прямо в темноте. Под него ныряешь, по этими завесами плаваешь, тогда он только немножко выходит. Ну и щука тоже там же. Сыроги много, мелочи очень много. Ну взял только на сковородку, два линя и все. Вот такие вот. Можно было еще три взять, 3-4, но пока видеокамеру включал, они уже быстро уходили, конечно. Рыба не стоит, просто плавает активно, постоянно. Такие нормальные линьки. На сковородку самое то. Ружье-то имень. Особо и не выцеливал. Расстояние-то метра было до них. Все, давайте. До встречи. Скоро снова увидимся.